Привет, с вами Монтеспич, и сегодня у нас рубрика «Ответ-вопрос». Мне вот под этим видеороликом задали вопросы, и я на них сейчас отвечу. Первый вопрос от Наминка – это вопрос «Сколько тебе лет?» Мне 12 лет. Ну и следующий такой же почти вопрос – это «Какое твое имя настоящее?» Меня зовут Арина. У нее простые вопросы такие, поэтому я их первыми задаю. Значит, дальше от нее вопрос: какой твой любимый мультик? Мой любимый мультик — это «Университет монстров». Вот. И какой твой любимый фильм? Это у меня «Карнавальная ночь». Вот. Дальше, есть ли домашний питомец? Да, у меня есть домашний питомец, мой любимый, такой котик, Дикуси его зовут. Ну и последний от нее вопрос, это есть ли брат или сестра родные? Да, у меня есть родной брат, вот, у него тоже есть канал на ютубе. Ну и все, у нее вопросы закончились, которые я выбрала. Вот. Следующий вопрос от человека под ником «Неизвестен». Вот. Одни вопросы я выбрала 3 из 5, так что начнем. Значит, какая твоя любимая вкусняха? Моя любимая вкусняха – это пончики без глазури. Это самое главное. И дальше твой главный страх. Ну, мой главный страх — это моя стеснительность. Да, ну, как бы мне она мешает. И следующий вопрос: спишь ли с плюшевыми игрушками? Вот, с ним я сплю каждый день, ну, почти каждый день. Он Басик, такой крутой котик. Вот, ну и, в принципе, это все вопросы на сегодня. Задавайте еще такие вопросы, я сниму еще видео вопрос-ответ. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до следующего видео.